Я не снимаю, но я уже засняла тебя. Всю тебя. Все. Жир, все, все. Да, вот это. Нет, мы еще не раздали козят. У меня 3D реснички. Да. Туда внутрь-то. Закрылась. Бедняга. Котят люблю больше. Камчатка, привет. Выгнали, выгнали. Малышка, тьмойча. Тьмойча. Нет, мы не будем себе никого оставлять. Кошку тоже отдадим. Мы в отпуске. Привет. Через неделю на проект. Первую тату сделала в 16 лет. Если страшно, не смотри. Ну, потому что нам нельзя кошек в периметре. Спасибо. Это очень красиво. Времени нет, часто макияж. Привет. Спасибо. Спасибо большое. Я бы хотела себе изменить, наверное, талию. Господи, что бы ты с ней сделала бы? Худе... Ну... Пиздец. Ну, в том плане, я похудела. В талии. А у меня не худеет, у меня ребра широкие. Я нет, не все равно. У меня неровные зубы. Кто за нее? Англия. 3D эффект. Она правда ушла в армию. Расстрел начался в Израиле, на юге. Из-за этого всех начали призывать, даже те, кто улетели из Израиля. Блин, я могу так снимать, просто мне неудобно. Это слишком далеко держать телефон. Мне так неудобно читать. Я все время снимаю полное лицо. Нет, я не боюсь летать на самолетах, и даже после того, как они там падают, взрываются и так далее, не боюсь, потому что понимаю, что ДТП намного больше, чем падающих самолетов, но тем не менее мы все каждый день ездим на машине, и каждый день ездим на такси, на автобусах, и что-то никто не жалуется, не перестает на них ездить.
Здрасте. Через неделю на дом 2. Да, мы в отпуске. Нет, я не эгоистка. Вернули, потому что все остальные участники скучные. Знаете, что я хочу, чтобы вы видели мое лицо? Малыха. Ну ты чего? Ты чего? Нет, ей было холодно, Карин. Она не дрожит больше. Нет, я нигде не была в Украине. Двух женщин, да, определила, кому пойдут котята. Остальные выберу. Вот. А тебе долго еще? Косички жду. Я косички жду. Нет, мы не ушли с проекта. Ну, я не думаю, что тебе красиво сделала. Да сделай, что мне красивое. Нет, волосы нарощенные. Hello. Ресницы нарощенные. Я могу выставить фотку моих ресниц натуральных, и вы поймете, что разница невелика. Уставшая от жизни. Ты попроще штукатурки. Ты, блядь, бабка, ты вообще себя видела? Ты видела, какие у тебя губы уебищные? Пиши мне, попроще штукатурки, как уебок. А, блядь, на Ави, пиздец, фотка. А ты чего встала тоже красиво? Че ты как красиво красишься? Че ты глаза намазюкала? Для тебя, Как я намазюкала? Че сразу, как ты, блядь, ты думаешь, что ты одна, блядь, на планете красишься или что? А до этого ты не красила. Хуй знает, блядь, ты меня так часто видишь. Если бы тебе без ресниц было, это ничего не означает. Пишу, потому что устала. Сегодня у меня такой вот макияж. Не, еще в город поедем. У меня неровные зубы. Мне прикус ужасный. Малышка моется. Да. Да. Ей реально было холодно, Карина. Она реально больше вообще не дрожит. Я прямо ее согрела. Ты говоришь, что я жирную называю. Что это плохо. Видишь, какая я добрая. Грелку подрабатываешь. Нет, котят еще не отдали. А ты голову не мыла сегодня? Или у тебя высохли все? Высохли. А-а-а. Я, блядь, все это...
4 часа уже ходит. Я просто не сушу феном, если я знаю, что я дома еще буду какое-то время. Типа, чтобы не портить? Ну да, конечно, зачем? Вы мне писали, какие у меня ужасные зубы, теперь пишите, какие ужасные брекеты. Вы, блин, определитесь. Сами мне писали брекеты поставить. Фу, какие брекеты. Бля, сначала пишут, ай, ё, кривые зубы, чё, на брекеты бабок нет. Потом поставила брекеты, чё, бабки не можете скинуть другое место, на брекеты тратите. Говорю, вы чё, ёбнутые. Да, в город будем. В городе надо нам. В город. Привет. Потому что нет времени. 2 месяца у меня брекеты. Утро. Нет, это мой натуральный цвет, не хочу красить. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. Какую невесту хочешь для своего брата? Красивую. Ой, ой. Лижется. Лижется. Да. Ой, расплылась. Все, потопало, да? Погрелась и хватит. Скоро еще внизу будут. Коты прикольно почавкивает рядом. Малых. Ну да, в принципе, нравлюсь. Вопросы. С парнем встречаюсь уже 7,5 месяцев, 8 месяцев. Приколите, ребят, у меня через 1,5 месяца год на проекте. Год, Карл, год. Я вообще в шоке. Целый год уже на проекте. Это вообще... просто. Это охуело. Смотрите, Кариночка, видите, да, аккаунт? Вообще, видели, блядь, чего за уёбище мне пишет? Вообще ужас, блин. Она даже лицо свое сфоткать не может. Пошла нахуй. Я сейчас тебя снимать начну. Не надо! Еще что-то напишешь, я тебя снимать буду. Я твой хейтер. Пошла. Да, бля, иди, иди, ты, кстати, красиво выглядишь на камере. Бля, пиздец, красавица. Привет. Спасибо. Сказала спасибо. Это мои ногти. У меня же были длинные мои. Это мои все. Видите, мои. Там вообще тяжело неделю пробыть, ребят. Нет, я не в Праге. 4-й серии часы. Кстати, часы надо одеть. Эту прическу поставить. Никак не поставить. Опцы позорные. Кто? Мы с тобой. Кто это написал? Не знаю. А? Не знаю. Там? Ты смотришь мой эфир? Нет, не смотрю. Да, блядь, стебись. Привет, Олесь, я в Таллине. Это нет, это моя... мы с ней знакомы с 11 лет.
Ты куда? А что ты дверь закрыла? Чтоб я не снимала. Я не буду. Как крыса. Я не знаю, почему ты не в Латвии. Олеся, едь в Латвию. Не, не смущают камеры. Приезжай вообще в Таллин. Профукай школу. Пофиг, что из Уфы в Таллин очень долго. Это единственный мой отпуск, походу. Смотрите, как, блин, капсула видна жестко. У меня слишком близко их нарастили. Это ужасно. Мне какой-то... Ася. Никак. Пока, Черри. 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 Часы очень удобные. Можно на таймер ставить, фоткаться. Можно телефон куда-то поставить и фоткаться с часами. Очень удобно. Потом играть можно, когда телефон не доставая. Ну, лень доставать. Я ни разу не ходила на бессмертный полк. Карин, бессмертный полк — это когда хоровод водят? Ну, точнее, вот этот. Люди ходят, да? Бессмертный полк — это что? Это когда люди ходят так, да, друг за другом? Нет, это не мои губы. Это вообще бомба, отвечаю, ребят. Я хочу, чтобы она продавалась в России. А что вы ржете? Что только что произошло? Я забыла уже. Я не знала, как объяснить, что вы угораете, идиоты. Я не знаю названия всех этих штук. А я не обязана знать. Я знаю, что есть День Победы. И знаю, что надо благодарить за это ветеранов. Все остальное мне неинтересно. Нет, мне не удаляли зубы. Мне не стыдно. Я пробовала делать видео про макияж. У меня макияж не получился в итоге. Я не знала, блядь, как назвать путь. Вот этот путь, как это, хоровод, или как это назвать. Ну, когда люди идут прямо, толпой. Не знаю, как это назвать. Настя, привет. Блять, я просто слово перепутал. Колонна, вот, колонна, спасибо. Не, чтобы мне писать, что я ёбнутая, могли написать, блять, колонна называется, исправить меня. А вы конченые люди, кто мне пишет бред. Но это кому как. Колонной люди идут. Вот как, не хороводом, а колонной. А что ты меня не исправила, Карина? Что ты меня не исправила? Я говорю, хоровод, блин. Да, сами не знали, как это называется, и их не пишут. Потому что, например, вот этого соло я уже очень давно не слышала.
Через неделю, наверное. О, бля, фу, неучи. Угу. Еще матом какой-то. Мне сделаешь косички? Карин. Косички. Ну давай. Я вас обсираю, дебилоиды, потому что вы меня оскорбляете, ёбнутые люди. А не потому что я вас оскорбляю, блядь, просто так. Нет, я не курю. Да, это мой натуральный цвет. Спасибо. Привет. Да, им заняться больше нечем. Это конченые люди, которые сидят дома, жирные такие все, грязные, сальные волосы. Такие все кривые, противные. Вот они мне пишут это. Нет, у меня не косят глазки. Я в блонд не вернусь, мне не нравится. А твой родной дом это, блядь, Парашин, блядь, под моим домом. Так кто же вам надо уметь слушать критику? Я вас тоже критикую, приколите. Я тебя удивлю, я со всеми общаюсь на проекте, поэтому иди нахуй, чтоб ты пизданулась и ногу сломала. Ну а чё, блядь, ещё им пожелать, они ёбнутые на голову.